вы знаете, что сегодня утром, к сожалению, стали поступать печальные новости из Перми. Президент поручил председателю правительства Мишустину направить двух министров в Перм, Фалькова и Мурашко, с тем, чтобы на месте организовать оказание помощи родным и близким погибших, а также пострадавшим и раненым в ходе этой трагедии. Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам, но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. И, конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии. Была проделана немалая работа, были внесены изменения в законодательство, приняты все меры, необходимые для того, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано. Но, к сожалению, ведь трагедия произошла, ее предстоит проанализировать.